Привет, ребята! 7 октября у нас пройдет занятие из окрошки для самых маленьких посетителей и их родителей. Ребята приходят к нам от 1,5 лет и до 4. Вы будете проходить у нас занятие новое, которое называется «Паровозик из Ромашково». Мы путешествовать будем с вами на настоящем поезде. Потом пойдем на занятия, порисуем, еще поиграем в пальчиковые игры и узнаем, как же пишут картины самые настоящие художники в Музее изобразительных искусств. Ждем вас 7 октября в 10:00.